Вот тут вот записывай кружочки. О, узнал меня? В Ютубе смотрю, ты Санта? Да, да. Привет. Здорово. Здорово. Можно фотку? Давай, давай. Давай, удачи. Ладно, давайте, удачи. Как канал называется? Санта. Да, постоим чуть-чуть. Я вообще думал этот ролик по-другому начать, и вот как-то так получилось, короче. Вот последний раз мы выезжали, по-моему, на четырке, это было недели две назад. Я дома стал часто сидеть, я играю сейчас в игры, вот в Телеграме тоже выкладывал. Прохожу там, мы с Полиной из The Last of Us прошли первую часть. Сейчас я прохожу Far Cry, там Полина кружочки записывает в Телеграм. На телегу, пацаны, подписывайтесь, на мою, на телегу Полины. Ссылки в описании все есть. Блин, я забыл свет включить. Вечер, уже солнце садится, скоро уже стемнеет. А еще такой прикол у меня. Фара, короче, светит криво и ночью проблематично на самом деле. Че, погнали кататься? А? Погнали кататься, скоро уже стемнеет. Мы покататься-то толком не успеем. Прямо или куда? Блин, может свернуть куда-нибудь, там же тупик. До туда, до моста доедем или свернем? Там же тупик все равно. Ну, в смысле, как? Ты хочешь там проехать то место, где развалина? Куда ехать? Чего? Вот отсюда? Вот там нельзя было проезжать, тут тем более, мне кажется, нельзя. Чего? Ну, все ездят, но по факту-то нельзя. Вот там-то как мы объедем? Смотри, там вообще забор поставили. И чё? Можем вообще поехать обратно по линии, просто вот так объехать. Можно... В смысле, а через дома? Блин, смотри, как красиво. Ну, камера записывает. Блин, я не поеду по этому песку, ты чего угораешь? Прикинь, одно неверное движение, резкий поворот руля, и все, мы в обрыве будем отдыхать.
Ё-моё, опасно. Блин, у нас бензин кончается. Смотри, одна палочка моргает. Ну, на заправку поедем. Да, да, этого хватит, я думаю. Надеюсь. Я вообще не знаю, сколько там летел. Под сотку, наверное. Может, меньше. Вот поначалу сегодня я выехал, мне почему-то казалось, что он как-то себя типа по-другому ведет, я не знаю. Может, не прогретый был или что. Сейчас вроде нормально. Блин, надеюсь, она открыта. Там какая-то херня на двери висит, или мне кажется. Надеюсь, заправимся. Мы сегодня уже заезжали, но, блин, тут было, короче, много машин. Так, вторая колонка. Здравствуйте. 92-й, вторая колонка, 5 литров. Так, 5 литров? Что так быстро, что ли? Не, еще вроде есть. Дай крышку. А? Это все? Да. Я не знаю, там почему-то 4 или что. Я, наверное, что-то не понимаю просто. Там все нормально, наверное. Блин, я облил еще чуть-чуть мотай. Ладно, ничего страшного. Блин, вот, кстати, вечером кататься по Благу прям вообще офигенно. Смотри, уже темно. Мы сейчас покататься толком не сможем, потому что у меня фара люто криво светит. Я на 4-й скорости. Гениально. А? Сколько кубиков? Кубиков? 200, 250. Что-то я вообще потерялся, забыл, сколько кубиков намотаю. Запрыгивай. Короче, мы приехали на то же самое место, где начинали снимать ролик. Уже стемнело. Сейчас поедем домой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно, пацаны, на телегу подписывайтесь. Ссылка на нее в описании. Всем удачи и всем пока-пока. When we call up on the Uzi and show up and then they shut down. Do our homies pull up on your back and make that thing